В прошлом году россияне написали более 47 тысяч жалоб на действия врачей. В связи с этим федеральное правительство предложило ввести новые штрафы для профильных учреждений за оказание некачественных медицинских услуг. Согласно логике разработчиков, если больницы и поликлиники начнут бояться жалоб пациентов, способных проесть плешь в их бюджетах, то сразу начнут работать на славу. Оказывать помощь так, чтобы никто не жаловался.